to show the whole world what we're all about. We the girls with a passion for fashion. Ooh, Barrettes, they'll always be there for each other. Ooh, Barrettes, yeah. Style and how we feel. Ooh, talking about best friends. Yeah. Together we can do anything. Got a plan, a dream. Take a chance and believe, make it real. Bratz. Продюсер Айзи Клэриан. Вот это я называю шикануть на отдыхе. Согласна. Кстати, я почти начала получать удовольствие от похода. Я сказала почти. Джакузи. Как мило. Привет, ребята. Хотите принять спа-ванну? Мы собираемся пойти на массаж, чтобы забыть об этих ужасных созданиях, которые преследовали нас в лесу. Вы имеете в виду медведя? Нет, двойняшек. Привет! Ну вот вы где! Давай-ка пойдем в тренажерный зал. Чувак, уже бегу. Я не думаю, что здесь есть типа зал. Кейси? Кейси, Кирсти, где эти бесполезные одинаковые бестолочи? Розовые черти, мне придется самой себя регистрировать. У меня хорошее настроение. Благодаря этому чудесному предложению «Уикенд для богатых и знаменитых холостяков» правда мой сладенький мурзик. Я просто уверена, что встречу своего мистера идеал. О боже, мистер ужас Байрон Пауэлл. Бурдина Максвелл. Эта неприязнь совершенно взаимна. Ради всего розового. Ох ты, какой неприятный парень. Могу я помочь вам? Такая прекрасная женщина, как вы, не должна таскать свои чемоданы. Как вы смели заговорить со мной первым? Вы знаете, кто я такая? Я Бурдина Максвелл, основатель, президент и главный редактор журнала «Твоя вещь». А также я... Правящая королева моды. Ладно, вы произвели впечатление. Подожди, это ребята увидят. Эй, нечестно фотографировать в тренажерном зале. Найджел! Привет, Хлоя. Хорошо добралась. 911. Бывший бойфренд. Это Найджел. Мы встретились в Англии. Он думает, что он поп мира, потому что он герцог. Но если хотите знать мое мнение, то по мне, так он просто неудачник, хоть и королевской крови. Хлоя, ты в порядке? Я не хотел... Что ж... Разве это не придурок латексный? Герцог Лессекский. Наверное, из машинного масла в ушах после мотоцикла ты плохо слышишь. Пожалуй, ты показал свою лучшую часть. Та-да-да. Этот парень ужасен. Согласна. Но нельзя заставлять девочек ждать. Эй! Вы ни за что не догадаетесь, кого я тут встретила. Найджела! Ой, герцога Вонючку. Наверное, приехал сюда на уикенд для богатых и знаменитых холостяков. Точно. Я читала, что его семья растратила все состояние. Ой, его мать сбежала с садовником. О, отец вступил в секту. А сестра сделала татуировку на языке. Наверное, он здесь, чтобы подцепить богатую подружку. Или подружка с богатым дружком. Пошли, подружки, пора делать маникюр. Вы чувствуете это, девочки? Фу, фу, фу! Не я, бестолочи! Я говорю о тонком аромате любви в воздухе. Возможно, я встретила мужчину своей мечты. Конечно, если он подойдет по моим невозможно завышенным требованиям. Его зовут Дэймон. Он богат, красив, и он богат. А теперь вопрос, куда я задевала свой 10-страничный вопросник, достаточно ли я хорош для Бурдины. Я должна его найти для завтрашнего свидания. Завтра? А как соревнования в дикой природе? Вы типа записали нас всех туда? Ой, мой нос! Дикая природа, Шмирода. Во мне просыпаются дикие чувства, готовые вырваться на простор саванны прерии. Правда? У меня типа такие же ощущения. Мама говорит, что это газы. Эй, Ангел, расслабься. Да, девушки, страстно любящие моду, должны веселиться, а не грустить. Я не могу ничего поделать. Чем больше я думаю о том, что это свинья Найджел здесь, тем злее становлюсь. Я это понимаю, так что заказала суперсредство по снятию напряжения. Привет, я Гертруда. Ты заказывали массаж в номер? Вообще три массажа в номер. Отлично, кто первый?
Она. Ладно, но я не думаю, что на свете есть сила, способная расслабить мою шею сегодня. Возможно, я ошибалась. Тишина. Эта Гертруда знает свое дело. Возможно, я больше никогда не смогу двигаться. Это точно. Девочки, знаете, что отель устраивает соревнования по выживанию в дикой природе? Это как реалити-шоу на телевидении. Знаете, кто будет его вести? Наш старый друг из Англии Байрон Пауэлл. Круто! И я всех нас туда записала. Не круто. Девочки, будет весело. Что? Мои кольца, мои браслеты, мое колье меня ограбили! Как ты могла, Жасмин? У нас только что закончилось приключение в дикой природе, и, основываясь на нашем опыте, не уверена, что мы готовы к телешоу в прайм-тайм. Джейд, ты будешь с Крисси и Кейси, а четвертым членом вашей команды будет... Дилан. О, боже мой! О, нет. Отлично. А теперь, когда все распределены по командам, приключение в дикой природе начинается. У меня уже было достаточно приключений. Перестань, кошка, это же весело. Вы решили, как назовете вашу команду? Мы будем розовые кенгуру! Вот что мы думаем, другие команды ФБО! Вперед, розовые кенгуру! Да! Поучительно. Герцог Лессекский нарекает эту команду «Лесные искатели приключений». Да будет так. О, боже. Полагаю, вы предпочитали назваться машинами-обезьянами. Перестань, Роял, прекрати. О, он просто играет. Ой. Что случилось? Просто подскользнулся. Милая, тебе нравится стрельба из лука? У нас постоянно проходят соревнования в моих поместьях. Говоришь, ты никогда раньше не стреляла из лука? Нет, но я бросаюсь острыми, как бритва карандашами, своих бестолковых ассистенток. Превосходное чувство юмора. На первый взгляд, стрельба из лука кажется довольно простой, но просто целишься в яблочко. Но вообще-то тебе нужно учитывать траекторию. Натяжение тетивы, ветер. Или можешь просто отпустить тетиву. Вперед, искатели приключений, тяните веревку. Жасмин, не отлынивай. Эй, я тяну так сильно, как могу. Давайте, их только четверо. Я могу попросить приложить несколько больше благодарных усилий? Это такая непотрясающе умная отсылка к моему фамильному титулу. Возможно, ты считаешь, что я не стараюсь? Эй, если крошечная туфелька подойдет... О, смотрите, змея. Эй! Змея? Фу! Заткнись и тяни! Нет, ты заткнись и тяни! А ты заставь меня, вонючка! Первое очко в копилку лесных искателей приключений. Мне кажется, я что-то сломала. Да, из-за тебя мы чуть не проиграли. Тебе нужно выполнять свою часть работы, Жасмин. Что, если бы мы проиграли в этом раунде? Нас бы ждало удаление, унижение и деградация. Ладно, ладно, простите. Следующее испытание простое. Пока не станет сложным. Удивительно. Я никогда не видел, чтобы новичок проявлял такой талант. Я просто вдохновилась. Моя дорогая, вы просто королева стрельбы из лука. Мое не трогать! Купи себе свою собственную тиару. Я просто хотел... Как насчет чая со льдом? Команда, чей участник останется стоять на платформе, выигрывает. Что в этом такого сложного? Дайте мне шезлонг и немного крема от загара, и я останусь здесь до темноты. Открыть ящики. Крысы, фу! Фу, она на мне, фу!
Саша, Хлоя, вы в порядке? Осторожней, мальчик байкер. Ты не хотел бы подойти слишком близко к краю? О нет, у вас не получится, ваше свинство. Все в порядке. Если я буду стоять спокойно, она рано или поздно уползет. У меня получится. У меня получится. У меня получилось. Становится интересней. Остались по одному человеку с каждой команды. Джейд из розовых кенгуру и Жасмин из лесных искателей приключений. О, бедняжка, ты, наверное, так напугана. Иди сюда, все в порядке. Постой! Ой! Моя лодыжка! Очко за второй раунд присуждается команде «Розовые кенгуру». Да, юху! Розовые кенгуру навсегда. Что случилось с той змеей? Милая, у меня дома по всему миру. Сколько? Скаковые лошади? Сколько? Яхты? Сколько? Но до тех пор, пока я не встретил тебя, я не понимал, насколько на самом деле пуста моя жизнь. Ой, какая прелесть. Вот так. Что-то случилось с ногой, принцесса? А? Я просто немного оступилась и поскользнулась. Все в порядке. Ну что ж, напряжение нарастает, соперники идут ноздря в ноздрю. Но после этого последнего раунда у нас точно определится победитель. Либо лесные искатели, либо розовый кенгуру, либо он. О нет, только не медведь. Быстрее! Где здесь высокое дерево? Эй, лесные искатели приключений не избегают от проблем, правильно? Правильно. Для вашего третьего и последнего состязания вам нужно будет разбиться на пары, чтобы пробраться в пещеру и выдернуть ус из морды медведя. Красивое перо? Где ты его взяла? На земле вон там. Может быть, я создам шляпку, вдохновившись им? Обратите внимание, команда, которая вырвет больше всего усов, побеждает. Если только их не съедят. В этом случае они проиграют. Но у нас на одного игрока больше, чем у них. Кому-то придется остаться снаружи. У меня аллергия на медвежью шерсть. Цыпленок. Это совершенно не так. Куда? Ладно, я вам докажу. Хорошо, вы будете одной командой. Хлоя и я будем в другой. Жасмин, думаю, будет лучше, если ты останешься снаружи. Что? Почему? Мы участвуем в этом, чтобы победить, а ты до сих пор не показала никакого стремления к победе. Это не так. Когда? Когда ты пыталась обниматься с крысой? Ему было холодно. Ладно, я сделаю все, что вы от меня хотите. Вы двое справитесь? Без проблем. Мы типа не боимся диких животных. Однажды у нас была морская свинка. Да. Это практически то же самое, только у этой морской свинки 15-сантиметровые, острые, как бритва когти. Тогда кто-нибудь обязательно должен сделать ему маникюр. Давай, поживи, выдерни у него ус. Ни за что, а если он типа съест меня? Это лучше, чем запачкать кровью мой любимый костюм. Что ж, это было почти забавно. Кто следующий? Найджел? Кэмерон? Ладно, я выдерну ус, но если он проснется, ты должен будешь отвлечь его и кинуть эту палку. Что за нытик? Я всегда знала, что из него не получится путешественник. Еще одна неудавшаяся попытка, я полагаю. Да, благодаря лорду Уродцу. Позволь мне еще раз взглянуть на твою семью. Конечно, милая. О, они просто идеальны. У нас есть один. Наконец-то. Кто следующий? Отлично, этот старый зануда прикрывает свои усы. О нет, что же делать? Заставить его сдвинуть лапу. У тебя при себе это перышко, которое ты нашла. Отлично. Итак, выбирай, щекотка или укол. Ха.
Давай, мистер Медведь, ты не боишься щекотки? Ой, черт с ней. Ути-мути-пути. Атака медведя! Медведь атакует! Держи, Хлоя. Ребята, у нас есть один. Да, после того, как я отбила жестокую атаку. Хлоя, он просто перевернулся на другой бок. Но я могла бы задохнуться и умереть. Меня бы расплющило в огромный блин, а потом меня положили бы в гигантскую коробку для пиццы и съели бы голодные дети. В любом случае, у каждой команды по одному усу, значит, ничья. Полагаю, каждой паре придется идти повторно. Постой! Я пойду. Моя очередь. Ты уверена, что хочешь идти одна, принцесса? Да, там внутри опасно. Я же говорила о том, что мне чудом удалось остаться в живых. Я не волнуюсь. Я пойду внутрь ради команды. Жасмин, подожди! Она хромает? Я не уверена. Итак, это твое частное поместье на вершине отдаленной горы в Гималаях. Там есть хорошая химчистка. Я люблю, когда моя одежда пахнет свежестью. В конце концов, я же правящая королева моды. Да, я знаю. Тут нет ничего такого. Просто взять ус и дернуть его. Ой! Джейд, быстрее, доставай свое складное зеркало. Приставь его к тому дереву, давай. Эй, мы здесь. Эй, Мишка, смотри. Джейд, Саша, спрячьтесь за деревом. Любовь с первого взгляда. Жасмин, почему ты нам не сказала, что повредила ногу? Я говорила. Да, теперь я вспомнила. Она правда говорила. Но мы так хотели выиграть, что не стали слушать. О боже, я чувствую себя ужасно. Не волнуйтесь, я в порядке. Ты больше никогда не захочешь с нами разговаривать. Захочу. Пойдемте, давайте выбираться отсюда. Да, прежде чем наш пушистый друг поймет, что только идиоты влюбляются. Ладно. Итак, солнце встает на востоке или на западе? Почему все здесь выглядит так, словно я бывал здесь раньше? Потому что я был. А, помогите! На помощь! Мамочка! Как ты себя чувствуешь, принцесса? Это просто растяжение. Я уже завтра смогу ходить и прыгать. Хочешь огромную порцию мороженого в номер? Массаж? Я в порядке, правда? Прости, принцесса, но мы очень виноваты перед тобой. Да, нам нужно было уделить тебе больше внимания, когда ты сказала, что у тебя болит нога. Все в порядке, девочки. Я знаю, как для вас было важно выиграть, я не хотела вас расстраивать. Ни одно дурацкое соревнование не стоит твоей боли. Эй, девочки, я только что наткнулась на Байрона, и он просил передать тебе это. Кубок состязания в дикой природе. Жасмин победила благодаря этому последнему усику. Поздравляю. Видите, не бывает победы без боли. Саша! Мои украшения! Меня ограбили! Только не это! Girls with a passion for passion. Ooh, rats. They'll always be there for each other. Ooh.
продюсер Айзек Лэриан. О, боже, это второе похищение драгоценностей меньше, чем за сутки. И что-то внутри подсказывает мне, что это только начало. Я должна спрятать все свои побрякушки. Я слышала, что вор не оставил никаких следов. Мои висячие сережки с бирюзой и красивыми камушками. И он может нанести удар еще раз в любое время. И еще мой приносящий удачу браслет с серебряным скейтбордом. Отель предлагает вознаграждение в 10 тысяч долларов. Что? 10 тысяч? Девочке нужно распутать это дело. Подозреваемый номер один. Дэймон. Как он сам себя описывает? Миллиардер, плейбой, обожает быстроходные лодки, деликатесы и отвратительных женщин. Дэймон околачивался неподалеку от места преступления, когда была совершена кража. Любой, кто настолько извращен, чтобы встречаться с Бурдиной, может быть вором. Он мой. Подозреваемый номер два. Найджел Форестер. Девятый герцог Лессекский. Ой, что же я в нем нашла? Да, я тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос. Недавно разорившийся королевский родственник нуждается в деньгах, отсюда мотив. Кроме того, он нам не нравится. Позвольте мне им заняться. Байрон Пауэлл. Талантливый делец и создатель реалити-шоу «Вор драгоценностей» или то и другое. Он также находился неподалеку, когда произошло преступление. Дилан, твой мозг просто поджарился. Байрон никогда бы так не поступил, я это докажу. Подозреваемый номер четыре. Гертруда, массажистка отеля, обладающая нежным прикосновением экскаватором. Знаете, возможно, у нее был доступ в комнату, и мне не понравилось, как она смотрела на мое украшение. Девочки, она моя. Ребята, ваша миссия, раз уж вы на нее согласились, заключается в том, чтобы поймать преступника с поличным. Если вас поймают или убьют, я буду отрицать сам факт вашего существования и получу преимущественные права на ваши диски. Пока, Дилан. Я не могу поверить, что Бурдина типа заставляет нас работать. Я тоже. С ее деньгами она могла бы типа нанять кого-нибудь, кто выполнял бы нашу работу за нас. Может быть, она типа тайно разорилась, потому что никто не читает ее журнал «Твоя вещь»? И она типа потратила все свои сбережения на эти уродливые розовые туфли плохого пластического хирурга. Да, возможно, это она украла все эти драгоценности. Мы сдадим ее полиции и заберем себе 10 тысяч долларов. Да. И тогда мы сможем создать собственный журнал. Да? Мы назовем его Кей в честь Кирсти. Нет, мое имя Кей в честь Кейси. Постой, нам типа потребуется доказательство. Suspicious eyes, what are they trying to hide? We're gonna get to the truth, because we always do. Just
Жасмин, ты уверена, что это Байрон? Да, хотя мне с трудом верится. Этому должно быть какое-то объяснение. Давайте просто его спросим. Ни за что, если он не вор, мы его оскорбим. А если вор, то он догадается, что мы идем по его следу. Предлагаю обыскать его комнату, чтобы найти доказательства. А если мы найдем бриллианты, тогда нам останется только выдать его полиции. Байрон, вот вы где. Могу я присоединиться? Пожалуйста. Правда, я немного спешу. Это займет одну секунду. Видите ли, у Хлои возникла отличная идея для реалити-шоу. Волшебная палочка 2 в 1. Она прекрасно сдвигает пути к Луны Ногтя и открывает двери номеров в отеле. Сейф отеля открыт, и в нем ничего. Постойте, подождите. У меня есть еще одна идея. Называется «Экстремальная правда или действие». Вы спорите с кем-нибудь, что она пойдет на свидание в наряде из ярко-зеленого полиэстера. Фу, Хлоя, это жестоко. А потом парень приходит в оранжевом килте. Видите, он импровизирует. Ой. Здесь что-то есть. А как насчет вот этого? Оставляете 6 девушек в торговом центре только с одной кредитной карточкой на всех. Хлоя, твои идеи для телевизионного шоу определенно худшие из всех, что я слышал. А теперь, если позволите. Но подождите. Хлоя, пожалуйста, пощади меня. Мальчики, ваша очередь. Вперед. Этот браслет должно быть стоить целое состояние. Это не в пользу нашего подозреваемого. Эй, Жасмин, я закончила. Байрон возвращается, пошли. Что скажете? Реалити-шоу под названием «Отель Футбол»? Нет, нет, нет! А теперь прочь с дороги! Гол! Вот так! Мальчики, вы невыносимы. Я приказываю вам немедленно прекратить приставать ко мне. Ладно, американский футбол не ваша тема. А как насчет... Послушай, с меня совершенно точно довольно вас и ваших идиотских коллективных идей. Не могли бы вы предоставить возможность профессионалам придумывать идеи для шоу? И, кстати, о возможности. Как насчет предоставления мне возможности побыть одному? Выйдите из комнаты, пожалуйста. Чувак, что ж ты сразу-то не сказал? Пошли, Кэмерон. Пошли. Джейк и Саши здесь нет. Ох, какое облегчение. Нам нужно перекусить. Увидимся позже, девчонки. Что ты делаешь? Пытаюсь подслушать телефонный разговор Байрона. Все идет по плану. Подождите, я запишу. Ага. Да, я тоже так думаю. Это будет нашей самой большой удачей. Они могут обыскать каждый сантиметр в этом отеле и ничего не найдут. Эй, это ты сожгла ее платье! Внимание, двойняшки. Ну и ну, посмотрите, только мисс примерное поведение Жасмин подслушивает. Это не так. Подслушивала, подслушивала. Девочки, вы просто любители. Да, когда мы подслушиваем, мы типа используем стакан. Или стетоскоп. Прикладываешь его к двери. И тогда, возможно, услышите это. Что, черт возьми, эти две негодяйки делают под моей дверью? Вы правда думаете, что Байрон спрятал их здесь? Он сказал, что в отеле их нет. Где же еще они могут быть? Эй, ребята, Байрон мог припрятать бриллианты в зоне палаточного лагеря, так что мы пойдем проверим. До скорого. Байрон, ты невообразимо умопомрачительно потрясающий. Я думала, он никогда не уйдет. О, забыл свою... Это провал. Быстрее шевелитесь с моей тиарой. Через 2 часа Дэймон придет на наше свидание, я еще даже наполовину не готова. Эй, так, Бурдина, вы типа знаете, когда произошли эти кражи драгоценностей? Типа, где были вы?
Посмотрим. Полагаю, я делал эпиляцию воском своих усиков. Постойте, а ваше-то каким образом касается? Трите до блеска. Виновна. С большой буквы. И типа, как долго вас не будет сегодня вечером? Посмотрим. Ужин, танцы, предложение руки и сердца. Стоп, а зачем вы задаете мне эти вопросы? Потому что нам типа нужно знать, как долго вас не будет. Просто так. А что, если медведь вернется? Мне кажется, он все еще злится на меня за то, что я вырвала у него ус. Не беспокойся, я отвлеку его с помощью моей маски для лица на основе меда. Это сработало несколько дней назад, сработает и сейчас. О, боже! Подозреваю, что это принадлежит не медведю. Бриллианты! Здравствуйте, девочки. Я могу вам помочь? Забавно. Вы не выглядите как горничная. А вы не выглядите как похититель драгоценностей, но внешность обманчива. Вы совершенно сошли с ума. Жасмин видела, как вы взяли бриллиантовое ожерелье из гостиничного номера. Я могу объяснить. У меня новое реалити-шоу «Поймай вора», и я приблизился к поимке самого известного в мире похитителя драгоценностей Дэймона Ван Дюрена. Дэймон? Жасмин видела, как я подменил настоящие бриллианты на фальшивки. Если Дэймон неожиданно исчезнет, у меня могут возникнуть неприятности, если я позволю ему сбежать с настоящими драгоценностями. Да, точно. И у вас совершенно случайно оказались с собой точные копии украшений, так что ни Дэймон, ни жертва не заподозрили подвох. А вот и нет. Я заказал их на прошлой неделе. Возможные жертвы были счастливы предоставить свои украшения моим помощникам для изготовления копий ради того, чтобы получить уникальную возможность появиться в моем новом телешоу. Люди болезненно хотят получить внимание. Итак, девочки, вы хотели бы помочь мне поймать вора? Мы будем в вашем шоу? Итак, девочки, это не даст вам сбежать, пока я буду на свидании. А теперь запомните одно движение, и сработает датчик движения, который, в свою очередь, спустит с крючка стрелу. А если я начну играть? Тогда у твоей подружки начнется самая сильная в жизни изжога. Чао, дамы. О, принцесса, это конец. Мы больше никогда не видим Банни-Бой крутую кошку. Мы не пойдем на выпускную, не закончим школу, не вернем тот Тинни-Ди, и наша жизнь оборвется в самом начале. Хлоя, успокойся, ты двинешься и включишь датчик движения. Давай шевелить мозгами, нам нужно придумать, как выбраться отсюда. Ладно, хорошо. Если бы только у нас были куртки защиты от стрел, хотя, наверное, они довольно некрасивые. Хлоя, идея. Некрасивые куртки? Нет, мое ожерелье. Серебряный медальон может стать щитом. Если я смогу переместить его к сердцу так, чтобы не сработал датчик, мы сможем спустить стрелу и выбраться отсюда. Ну, так расскажи о себе побольше. Ну, у меня было очень тяжелое детство. Мой отец был болен. Это навевает тоску. Расскажи лучше о своих домах. Ну, моя вилла в Италии... Они только что сели. Пошли, нужно обыскать комнату, чтобы найти драгоценности. Ребята, я волнуюсь. Хлоя и Жасмин не могли просто так исчезнуть. У бассейна их нет, но если вы ищете Дэймона, то он в ресторане с Бурдиной. По крайней мере, они оба получат то, что заслуживают. Джейд, давай проследим за Дэймоном. Если он причастен к исчезновению Хлои и Жасмин, он приведет Девочки, нас к ним. Дэймон опасен и, скорее всего, вооружен. Вы уверены, что справитесь с этим? Абсолютно. Хорошо. Я буду наблюдать за комнатой Бурдины на случай, если отвратительная парочка решит вернуться. Дилан, Кэмерон, продолжайте искать Жасмин и Хлою на территории отеля. О, боже, это Дональд Трамп. Где? Опс, обознался, прости. Так на чем мы остановились? Ах да, сколько у тебя банковских счетов? А? В этой стране или офшорной? О, это твоя монетка? Да. Смотри, это Роял. О, мой малыш, он должен быть с моими никуда не годными ассистентками. Пошли, мы должны найти его. О, если хоть волосок упадет с его драгоценной маленькой головы, я подвешу этих девчонок может, за ноги. Роял. Это был штрудель, то есть пудель. Пожалуйста, любовь моя, сядь и насладись чашечкой кофе. Ты, наверное, сошел с ума. Я пью только обезжиренный соевый капучино без кофеина. Официант! Официант, подойдите немедленно, заберите эту гадость. Быстро, быстро.
Конну. Ты видишь драгоценности? Я ищу, ищу! А-а-а, помогите! Алло? Большое спасибо, Кейси, я пропустила важный звонок. Отстань от меня, дурацкая обезьяна! Мы типа никогда не найдем эти украшения, не получим 10 тысяч долларов из награждения, не создадим свой журнал. Я хочу сказать, мы типа везде поискали. Кроме ее машины, да! Бурдина и Дэймон наверняка уехали. Я забыла включить свой мобильник. Эй, здесь сообщение от Хлои, они проверяют территорию лагеря. Пошли. Пошли. Да, возможно, нам типа действительно стоит проверить топливный бак. Эй, Кейси, почему деревья двигаются? Я могу пригласить тебя посмотреть на мою потрясающую коллекцию розовых туфель. А я уж думал, что ты никогда этого не сделаешь. Розовые черти, меня ограбили! Это мой билет в один конец на планету отдыха отвратительных богатых. Дэймон, не так ли? Ты как раз тот, кого я искал. Вообще-то сейчас не лучший момент. О, похоже, как раз тот момент. Посмотрим, как обслуживающий персонал справится с этим. Okay, хорошо, я готова. Жасмин, ты уверена, что это сработает? У нас нет выбора. Раз, два, три. О, нет! Жасмин, нет! Скажи что-нибудь! Отлично! Давай, пошли! Быстрее, вдохни до нулевого размера! Потрясающе! Как сказала бы Саша, двигаемся, народ! Не так быстро, дамы! Дэймон, но эти каблуки просто убийственны. Держись, Жасмин! Хлоя, Жасмин! Мы так рады вас видеть! Ты что здесь делаешь? Я? Это моя комната. Убирайся, вон, вон! Не могу, я застрял. Ну так освободись, несчастный неандерталец. О, моя тиара с искусственными бриллиантами, она пропала! Ты украл ее! Верни немедленно, вор! Я ее не трогал. Ты врешь! Верни ее, немедленно верни! Ух ты! 10 тысяч долларов за то, что мы поймали Дэймона. И все, что от нас требовалось, это рискнуть жизнью. Девочки, позвольте еще раз поздравить вас с выполненной работой. Как вы распорядитесь полученными деньгами? Купим пару бриллиантов. Не смешно. Вообще-то мы собирались пожертвовать деньги за возвращенные драгоценности на программу отеля Кью «Дикая природа». Отлично. О, мой сладкий, дорогой пупсик. О, нет. Опять эта отвратительная женщина-свинья. Всего хорошего. Розовые черти, моя машина.
Что случилось с моей машиной? Никто не покинет этот отель, пока я не получу ответ. Тайна раскрыта. Дэймон получил от 15 до 20 лет. Бурдина выяснила, что любовь может ранить. А девушки со страстью к моде получили отличную историю на обложку нашего журнала. Как стильно поймать вора. Продюсер Айзек Лэриан. Мои леопардовые туфли на платформе должны быть где-то здесь, иначе я умру. Ангел, симпатичные девчонки. Фу! Что я могу сказать? Я была молода и впечатлительна. О, боже, Золушка! Я обожала эту сказку. И я тоже, она полностью преобразила мою жизнь. Помните, как мы первый раз услышали эту историю? Что это такое? Это клевая книжка Золушка. Жила-была хорошенькая принцесса, и звали ее Золушка. Она жила в 39-м царстве модников, где превыше всего ценились мода, стиль и творческий подход. Золушка жила со своим отцом, сэром Чачи. Чачи был суперстильным модным дизайнером, и они с Золушкой были очень близки. Он очень ее любил и называл маленькой принцессой. Однажды Чачи встретил Бурдину и подумал, что его маленькой принцессе нужна будет модель для подражания. Это была ошибка. Он не знал, что Бурдине нужны только его деньги и модная империя. Вся власть в моих руках, неудачник. Итак, Бурдина стала королевой в мире моды Чачи. Она привезла с собой двух своих дочерей, Керстину и Кисину. Они жили вместе с ней, но чтобы скрыть свой возраст, Бурдина говорил всем, что они ее младшие сестры. Фу, гадость! Это дизайн студия типа какая-то футенута. Это ты ее украшала, Золушка? И однажды случилась страшная трагедия. Скажи, а! Бурдина убила сэра Чачи, накормив его углеводами. После смерти Чачи Бурдина быстро захватила контроль над всей компанией. Она переделала его офис и закрыла все его потрясающие линии одежды, заменив их отвратительными розовыми костюмами. Бурдина была очень жестока к бедной Золушке. Она никогда не позволяла ей покидать студию, за исключением школы. Она принуждала бедняжку носить один и тот же уродливый розовый костюм и заставляла ее спать в подвале одну с одной лишь ручной крысой. Но Золушка мечтала о большем. Она писала и сама исполняла песни. И хотела однажды стать рок-звездой. Она надеялась, что однажды ее мечта сбудется. Прекрати этот чудовищный шум! И в один прекрасный день все в жизни Золушки изменилось. Меня не волнует, что вам не нравится. Я Бурдина Максвелл, основатель, президент и главный дизайнер одежды модницы в розовом. А также правящая королева моды. Поставьте этот розовый костюм на обложку вашего журнала, или я отзову свою рекламу и подвешу вас за ноздри. Ради всего розового! Золушка, быстро иди сюда! Сюда! Да, мадам. Мне нужна новая пара туфель, побыстрее, принеси мне их. Вы хотите, чтобы я пошла в магазин? Ты типа отпустишь Золушку на улицу? Ее же типа могут арестовать за публичное уродство. Так, чего вы ждете? Идите за ней и удостоверьтесь, что она возьмет нужный оттенок розового. Я так рада. Я не была в торговом центре с тех пор, как умер мой отец. Не волнуйся. Эй!
А кто эта красавица? Привет, принцесса. Ты со мной разговариваешь? А поблизости есть еще красивые принцессы? Нет, просто... Меня так называл мой отец. Спасибо, симпатичный незнакомец. Меня зовут Эйтаниан. Круто. Эй, у тебя отличные вокальные данные. Ты где-то поешь? Скажем так, иногда играю в очень небольших местах для очень узкой аудитории. Могу я прийти на твой концерт как-нибудь? Хочешь посмотреть, как я играю? Не думаю, что это возможно. Понимаешь ли, у меня много работы. Я приду после работы. Нет, ты не понимаешь. О, нет! Туфли Бурдины! Ты в порядке? Мне пора. Но я так и не узнал, как тебя зовут. Я Керстина, красавчик! Я Керстина! А мне пора. Бедная Золушка! А что случилось потом? Итак, Эйтаниан долго сходил с ума по Золушке. Говорю тебе, Канцело, эта девушка просто потрясающая. Я должен снова ее увидеть. А что ты собираешься сделать для этого? Я позвонил большому человеку. А, привет, лорд Байрон. Как поживает самый успешный музыкальный продюсер этой страны? Невероятно интересно, Камелот. Ну что, сынок, как насчет призового контракта на запись? Всем восходящим рок-звездам, я лорд Байрон из компании «Волшебная запись». И мне очень нужны новые голоса. Все исполнители и авторы песен, которые ждут своего звездного часа, приглашаются на сцену, чтобы зажечь публику в концертном зале завтра вечером. Победитель получит контракт на $1 000 000 со звукозаписывающей компанией и познакомится с лучшими продюсерами «Волшебной записи». Убеди, что убрала все на топтыше. И осторожней с шишками на больших пальцах. Увидимся в концертном зале. Тишина, безмозглая тупица, я пытаюсь работать. Как следует потри мозоли, ты лицемерная змея. Да, мачеха. На топте будет концерт, и этот крутой музыкальный продюсер типа предлагает контракт самому крутому участнику. Розовые черти, это мой шанс. Вы двое отправляйтесь туда и выиграйте этот контракт. А я, как ваша мать, ой, то есть сестра и менеджер, буду богатой, и меня поместят на обложку все журналы. Я буду звездой. Они правда предлагают контракт на запись? А тебе какая разница? Они же ни за что не дадут ему такой нерехи неудачницы, как ты. Да. За работу, вам двоим нужно выучить мелодию. А ты с голосом плохо тренированного тюленя можешь забыть об участии в конкурсе. А как же моя мечта? И Золушка отчаялась на всю оставшуюся жизнь? Это так грустно! Гнить в этом холодном темном подвале на диете с чертового хлеба и воды из-под крана! Ужасно! Тише, девочки! Это еще не конец истории. В тот же день, но чуть позже, Золушка обедала в школьной столовой. Эй, Золушка, не против, если мы сядем здесь? Вы, девушки со страстью к моде, хотите сесть здесь? Я не могу поверить, что вы вообще заговорили со мной. Знаешь, мне кажется, я не видела тебя за пределами школы. Наверное, я не часто выхожу гулять. Что ж, я надеюсь, ты будешь участвовать в этом музыкальном конкурсе. Я однажды слышала, как ты поешь. Потрясающе. Правда? Но моя злая мачеха говорит, что я пою как тюлень. Эй, девочка, ты не должна позволять другим управлять твоей жизнью. Ты должна бороться за свои права. Найди свою страсть и выражай ее. Будь честна сама с собой. А теперь пойте! В лесу родилась елочка! В лесу она росла! Золушка!
Послушайте меня, маленькие змеюки, я умею танцевать. Я когда-нибудь рассказывала вам о тех временах, когда я была лучшей танцовщицей диско в международном танцевальном клубе Халубалу. Золушка! Золушка! Сегодня концерт, так что я подумала, что, может быть, я смогу одним глазом посмотреть. Но есть кое-какие приготовления, которые необходимо закончить до начала шоу. Например, сделать красивыми моих дочек. Моих настоящих дочек. Я хотела сказать сестер. Эй, Золушка, может быть, тебе тоже типа стоит поучаствовать? Ты правда так думаешь? Отличная шутка, Герстина. Да, не могу поверить, что ты типа решила, что я серьезно. Ты типа такая неудачница. Уверена, тебе не разрешили бы даже войти в концертный зал. Да, наверное, у них есть специальный знак, типа неудачникам вход воспрещен. Когда Золушка уже разберется со своими мерзкими сводными сестрами? До грандиозного концерта оставался час. Пойдемте, мои маленькие мерзкие королевы, я не хочу опоздать на свой триумф. Подождите, не могу ли я пойти с вами? Я сделала все, о чем вы меня просили. Неужели ты думаешь, что мы согласимся появиться с тобой на публике, Золушка? Да! А теперь принеси пользу и натри мои розовые туфли еще раз. Пошли, девочки, нам нужно выиграть контракт на запись. Мне стоило послушать тех девочек в школе. Я должна бороться за свои права. Что ж, сейчас, наверное, уже слишком поздно. Бедная Золушка думала, что ее жизнь кончена. Не стой, пусти нас. Что вы здесь делаете? Но кто-то же должен научить тебя быть честной самой собой. Золушка, это твой шанс стать звездой. Ты победишь всех на этом концерте. Но у меня даже нет гитары. Теперь есть. Спасибо, но я все равно не могу пойти на концерт не в таком виде. Ты права, не можешь. Поэтому мы прошлись по магазинам. Мы купили тебе это. И вот это. Ты будешь самой стильной. Девочке пора сделать потрясающий макияж. Но запомни, это волшебная одежда. Она будет такой только до полуночи. Полночь. Поняла. Потрясающе! Невероятно! Настоящая Золушка, сделай, пожалуйста, шаг вперед. Отлично! Девочки, у меня просто нет слов. У нас есть, отправляйся на бал быстрее. Но как, у меня нет машины? Оставь это мне. Золушка и ее модные волшебницы-подружки приехали в концертный зал. Пойдем, принцесса, сегодня твой вечер. Я не могу идти по красной дорожке, я же не знаменитость. Не надо быть знаменитостью, надо работать. Надо быть уверенной. Розовые черти! Вперед! С дороги, бесполезный работник сцены! Простите, вы совершеннейшая хамка! Как вы смеете? Вы знаете, кто я такая? Я Бурдина! А вы знаете, кто я такой? Пора начинать шоу! Я хочу посвятить эту песню всем девушкам, у которых есть мечта. Давайте!
О, этот голос! Это девушка! Вот она! Она просто потрясающая! Точно! Посмотри на ту красотку! О, чувак! Та девушка божественно выглядит! Это ангел! Пусти меня, ты урод! Если это падчерица, то есть моя сестра не... О, нет! Куда она идет? Она же не закончила. Простите, мне очень жаль, что приходится уходить. Остановите эту девушку! Привет, Эйтаньян! Только не вы! Похоже, ты ее упустил. Не волнуйся, потому что на этот раз я ее найду. Расскажи историю до конца, Жасмин. Я хочу узнать конец. Итак, Эйтаньян отправился на поиски своей прекрасной принцессы. Всем жителям страны модников, контракт на запись получит девушка, которая сможет повторить это невероятное выступление с той гитарой, которую она оставила на концерте. Я лично объеду всю страну в поисках этой потрясающей девушки. В сердце своем храню мечту, да-да! В сердце своем храню мечту, да-да! Внутри у меня что-то есть, мечта! Да! Итак, вы жалкие змеёныши, вы выполните это задание, хотите вы этого или нет. Вы получите контракт, а я стану знаменитой, понятно? Мой нос! Я уже достаточно услышал, до свидания. Подождите, куда же вы? Я хочу сказать, это же не просто, это был разогрев. А в этом доме есть еще кто-то, кто умеет петь? Я принесла ваши туфли бурдина, цвета фуксии, пионы розы и поросячьи розовые. Эй! Другие певцы? Нет, нет, здесь никого нет. Только я и мои дочь... Ой, младшие сестры. Полагаю, ты должна закончить свою песню. Не говорите чепуху, Золушка не умеет петь. Нет, Бурдин, умею. И не важно, что ты по этому поводу думаешь. Немедленно отправляйся обратно в чулан. Прости, но с этой минуты я подчиняюсь своему собственному ритму. Не слушайте ее, она просто продавщица, наемная работница, жалкая маленькая крыса. Кажется, ты что-то потеряла. Пой, Золушка. В сердце своем я храню мечту. И они уехали на закате в потрясающем кабриолете Эйтаньяна. Что ж, они жили долго и счастливо, но не вместе. Не вместе. Не вместе! Золушка, ты самая прекрасная и потрясающая девушка на свете. Ты будешь встречаться со мной? Нет. Нет? Нет? Послушай, ты самый классный парень из всех, кого я встречала. Дело не в этом. Просто есть еще столько вещей, которые я хочу сделать в своей жизни, прежде чем брать все какие-либо обязательства. Но я хочу открыть приюты для животных по всей стране, поступить в колледж и получить степень в науке об окружающей среде. Вы бестолковые лентяйки! Вы уничтожили мой единственный шанс стать баснословно богатой и знаменитой! С сегодняшнего дня вы будете спать в чулане! А еще я хочу стать волонтером международной организации, записать несколько дисков и провести время со своими новыми лучшими друзьями, девушками со страстью к моде. Итак, мы вновь открыли для себя
тебя нашу любимую детскую сказку и написали потрясающую статью для журнала «Братс». Как сделать свою жизнь волшебной?